Всем привет, меня зовут Лана и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Кто еще на меня не подписан, я советую подписаться, ведь я выкладываю много интересного и полезного про сад и огород. А также не забудьте поставить лайк этому видео и включить колокольчик, чтобы не пропускать новые публикации. Ну а сегодня я вам покажу две подкормки, которые предотвращают вытягивание томатов. Почему это происходит? Да не только с томатами, но и с другой рассадой. На подоконнике, либо на лоджии, где у вас растет рассада, там создается большое тепло. От солнышка нагревается помещение, также достаточно много света, и из-за этого рассада не успевает нарастить корни, а она тянется к солнышку, то есть поэтому она вытягивается. Также следует обратить внимание на емкость, в которой у вас растет рассада, на объем грунта. То есть если вы выращиваете баклажаны, либо перец, или же, например, томаты, то нужно обратить внимание, насколько вы заглубляете сеянцы. Так, ну что же, прежде чем кормить рассаду, нам необходимо определить, в каком объеме грунта у нас с вами находится томат. Здесь у меня стаканчик 0,5 литров. Этого объема, в принципе, сейчас у нас 2 апреля, этого объема грунта хватит нам до высадки в открытый грунт. То есть, да, вот у нас с вами на вид вытянувшийся томат. Все это происходит потому что в основном рассада у нас у всех стоит на подоконниках, где много света, где много тепла, и из-за этого томат, либо же другая рассада у нас вытягивается. Прежде чем начать кормить, нам необходимо с вами заглубить будет томат. Я это буду делать прямо в этом же стаканчике, потому что вообще семена я садила не так глубоко, поэтому даже, может быть, из-за этого он еще так у меня подтянулся. То есть я буду заглублять прямо в этот же стаканчик. Нам необходимо его будет аккуратно достать. То есть вот мы видим, да, то есть корневая у нас прям вот она. Все, поэтому у нас так вытянулся томат. Сделаем сейчас глубокое отверстие и усадим томат поглубже. Прям поглубже, поглубже. Можно даже прям было бы еще его, наверное, заглубить. Но я это всегда делала с расчетом на то, что я буду еще присыпать сверху землей. То есть я всегда обычно вот так вот не досыпаю землю. Так вот, наглядно вам показываю то, что вот так вот я углубила томат практически до семидольных листиков. Кто-то сейчас, возможно, скажет, а вообще нужно ли так углублять, и он, наверное, развиваться будет там плохо. Ну, в общем, все что угодно, да, можно сказать. Но на самом деле особенность томата в том, что сильные и высокоурожайные растения получаются только при наличии развитой корневой системы с боковыми корнями. Поэтому томаты заглубляются в грунт прямо до семидольных листочков. И не бойтесь этого, то есть это не погубит растение, а лишь стимулирует развитие придаточных корней. Даже когда потом мы с вами высаживаем в открытый грунт, мы с вами опять же потом снова можем заглубить до семидольных листочков. То есть вот наглядность томата, как он должен выглядеть. Давайте теперь с вами перейдем к подкормке. То есть первый такой вариант, это вариант для тех, кто не хочет заморачиваться. Мы купили с вами подкормку, то есть это вот у нас монокалифосфат, по-другому можно его называть монофосфат, то есть он подходит абсолютно для любых культур. Им можно подкармливать любую рассаду. Нам нужно 1 литр отстойной воды и 1,5 грамма монофосфата. 1,5 грамма, но это где-то примерно вот 1/5 чайной ложки. То есть это удобрение также у нас с вами стимулирует корнеобразование, развитие боковых побегов, оздоровление листочков, то есть листики не будут у нас желтеть, и также он предотвратит вытягивание. То есть это удобрение конкретно работает на корнеобразование. Вот, это первая подкормка. Мы размешали. И здесь поливаем. Этот вариант номер 1. Теперь давайте с вами перейдем ко второй подкормке. Также на литр воды нам необходимо добавить 2 столовые ложки молока. Это уже для тех, кто любит больше за естественность, наверное.
из подручных средств, что есть дома. Так, добавили молоко. И сюда же добавляем 2 капли йода. Вот. Добавили 2 капли йода. И опять же все хорошенько размешаем. Молоко мы здесь берем любого процента, которое вам нравится. Там много полезных витаминов и минералов. И йод у нас, кстати, служит для повышения иммунитета. То есть такую подкормку мы с вами, что эту подкормку, что эту, мы с вами проводим один раз в неделю, либо же 2 раза в неделю. Также ее можно использовать еще для кормления по листу, но также один раз в неделю или 2 раза в неделю. И также опять это удобрение не стимулирует вытягивание, а стимулирует корнеобразование. То есть у нас будет утолщаться стволик, опять же будут у нас здоровые листочки, и они также не будут у нас желтеть. То есть это 2 мои самые любимые подкормки, которые я использую каждый год. Действительно, если уже, да, вы там, ну, что-то вот не хотите, вы, например, там заморачиваться, да, просто купили тогда монофосфат, в нем также много минералов, много витаминов, полили и все. Ну, а если вы хотите сделать, как всегда делали наши бабушки, то это берете молоко и йод. Все. 2 самые мощные подкормки для развития корневой и для предотвращения вытягивания рассады. И тогда урожай у вас будет здоровый, сильный, крепкий. И вы увидите, как ваша рассада начнет напитываться. Стволик будет утолщаться. И томаты не будут вытягиваться. Ну а я надеюсь, что вам со мной было интересно и полезно. Кормите свою рассаду, и пусть она отблагодарит вас богатым урожаем. Ну а мы с вами встретимся в новых видео. До новых встреч! Пока-пока!